танцуй, ну. Танцуй, танцуй. Ну там он танцует чуть-чуть. Не знаю. И то он меня берет. Латино наша тема. Ну, кстати, я под эту музыку каталась на Олимпийских играх с Романом. Вот у нас была первая часть, так что я очень-очень сильно люблю эту музыку. Роман тоже сказал, чтобы я его, в общем, не позорил и чтобы выкладывался. Я на самом деле в латине ничего не понимаю. Благодаря Тане. Он очень хорошо танцует. Благодаря Тане, вот я как раз осваиваю. Все отмечают, что Вадим замечательный танцор. Может быть, в бальные танцы мы его тоже отправим. Кстати. Я все время куда-то отправил. Пошел. Вот. На сцене иногда очень сложно найти, на это можно потратить всю жизнь, для того, чтобы найти партнершу. А на льду я ее уже нашел. Понятно, что вы ее, дорогие зрители и болельщики, знали давно. А я столкнулся с ней впервые. И я понимаю, что именно в тот момент, когда идет танец, да, мы соединяемся, мы играем, и это дорогого стоит. Потому что если есть пара, да, если есть драматургии внутри, и оба ее раскрывают, то тогда они собрались не зря. Поэтому я нашел такую партнершу. Мне повезло, что она выбрала меня. Вот. И я это ценю. Та-та-та-та. Вадим, ногу выпрямляй прямую вперед. Я не умею еще это делать. Делай вперед, выпрямляй вперед. Вот так. Нет, вперед, вот так, вот. Вот. Прямой носок и колено. Вадим, прямой. Получается у меня прямой пока что. Вот делай просто тупо, молча. Не разговаривай. Просто выпрями, согнул. Ну, на этот раз мы... очень веселый номер у нас, озорной. Быстрый. Нам очень нравится, мы получаем огромное удовольствие. И я думаю, что зритель тоже будет с нами танцевать, сидя на диванах. Мы уже соскучились по быстрой музыке. Мы очень хотим выложиться в этом номере. Как, впрочем, и в будущих. На льду Татьяна Навка и Вадим Колганов. Ча-ча-ча. Вадим Владимирович, что-нибудь еще нужно? Нет, на сегодня все, Танечка. Спасибо. Этот танец для Татьяны и Вадима ставил Александр Жулин. И, конечно, следует отметить, что эта пара на протяжении последних этапов постоянно входит в число лидеров. Поверьте мне, уважаемые телезрители,
От первой и до последней секунды смотрел с улыбкой от уха до уха. И сейчас продолжаю улыбаться. Замечательный совершенно танец получился. Ну, красавцы. Здорово. Без единой помарки. Забываешь о технике. На скорости все сделали. Сколько оригинальных перехватов получилось. Вот не знаю, почему Татьяна Анатольевна не аплодирует, а Антон Сихрулидзе аплодирует абсолютно по делу. Эта пара – лидеры проекта. Они не просто внешне красивые фигуристы, уже скажу, фигуристы. Они очень оригинальные, с выдумкой, с азартом и с характером. Ну, наверное, потому что Таня Навка в этой паре главная. Здорово. Ну, Вадик, настань. Просто здорово. Без вопросов. Слушай. Не раскрылся, да? Нет, тут. Сложно было это выбрать, да? Татьяна Навка, Вадим Колганов, оценки за технику. 6-0. Средний балл 6 баллов ровно. Оценки за артистизм. 6-0. Средний балл 6 баллов ровно. Общий балл 12 баллов ровно. Светлана, что вы скажете об этом служебном банковском латиноамериканском романе? Вы знаете, Марат, мне вообще, честно говоря, хотелось в конце номера и вообще весь номер скандировать вместе со зрителями и кричать «молодцы, молодцы». Слов нет, 6-0, всем это понятно, и в таком темпе, и технически, по-моему, я не заметила ни одной помарки, ни одной ошибки. И потрясающий номер, спасибо вам, Александр, большое за такой красивый номер. Всех завели, всех порадовали. Просто браво, молодцы, супер! Татьяна Анатольевна, а вы дышали во время этого номера? Супер! Как я люблю профессионалов! Как я их обожаю, профессионалов! Ни одного квадрата музыкального не пропустили. Одно дело поставлено, все хорошо, Саша. Другое дело это исполнить. Настолько музыкально, настолько четко в этот квадрат очень сложной музыки, такие технически невыполнимые, мне казалось, вещи. Как она учит, как она это делает, это ее вопрос. Но у нее получается. И Колганов абсолютно счастлив. И мы счастливы. Видя такой колоссальный прогресс за счет работы, за счет невероятного труда. И я всегда верила, и в соревнованиях всегда верила, никогда не верила в судей, а всегда верила в то, что если ты будешь вот так работать, как лютый зверь, если ты будешь отдаваться своей профессии, как она отдается, то обязательно будет результат. Он просто тебя найдет. Классно, потрясающе, замечательно. По-моему, сейчас была исполнена какая-то произвольная программа для серьезных соревнований. Таня, я права? Что вы сделали с Колгановым, чтобы он так затанцевал? Раскройся. Я скажу всем, что он поставил цель выиграть этот проект. Он меня попросил. Я, конечно, уже его выиграла 2 года назад, но я буду очень стараться, потому что у Вадима есть все шансы. Несмотря на то, что очень много других ребят прекрасно катаются тоже. Но я хочу тебя спросить, Вадим, скажи, пожалуйста, что с тобой делает эта блондинка? Откуда ты берешь столько сил на тренировке? Ведь Навка на тренировках зверь. Никому. О, было ча-ча-ча-ча, кака-ча-ча было. Навка выбрала меня, а про других забыла. Спасибо вам огромное. Счастливо, удачи.